Тяжелейшим образом сегодня удалось очко. Почему так случилось? Не знаю, что случилось, но могу сказать, что мы хотим играть лучше, мы хотим выиграть, но иногда футбол бывает так, что не получится ничего или так. Самое главное сегодня не проиграем. 10 очки у нас сейчас и посмотрим следующую игру. В перерыве тренер что-то говорил, как-то пытался встряхнуть команду после первого тайма. Ну, сказали все одинаково, как надо еще прессингу, еще вперед, и надо забить, потому что мы проиграли 1-0. Но 0-0, но надо выиграть. Сказали, надо выиграть спокойно, не торопись. Каждый раз мы потеряем мяч очень легко, и это нельзя. Ну, это. Билась ли команда за то, что будете от поражения, или понимала, что сравняв счет, вы выходите в плей-офф? Ну да, мы знаем, что надо как минимум ничья. Мы знаем, что нельзя и здесь проиграем. Поэтому мы ссоримся до конца, через не могу, на последние минуты, какой-нибудь хороший гол, хороший пас регионы. Слава Богу, мы забили и не проиграем. Это очень важно, очки, и я думаю, что ценить сейчас следующий раунд.